сьогоднішній наш випуск програми трішки незвичним, адже він присвячений дню народження нашої студії телеканалу «Миколаїв». І сьогодні я хочу познайомити вас з людьми та професіями, людей, які працюють тут не один день, не один місяць і навіть не один рік. Валентин Пантелійович пам'ятає ще телебачення 50-х років. На нашій студії працює від початку її заснування. В 50-ті роки минулого століття в бывшем Советском Союзе началось бурное развитие телевидения. В Николаеве было решено поставить ретрансляционный центр. Для этого была поставлена эта высокая вышка. И в 1955 году началось строительство ретрансляционного центра. И тут же начали власть областная выбивать аппаратуру для телевизионного комплекса. Я работал с первого года, ну как внештатник. Здесь начались передачи два раза в неделю, вечером давались новости, потом давался фильм, давались спектакли. Багато співробітників потрапили працювати на студію неочікувано і зовсім несподівано, але залишились працювати до сьогодення. Лада Діткова працює в редакції кінопрограм. За освітою генетик, потрапила на студію під час літніх канікул. Кіно, художественные фильмы стали моим таким главным увлечением и профессиональной ориентацией на телевидении. Фактически вот я застала открытие студии «Зеркало». Такой интересный был проект, такой первый на местном телевидении, ориентированный именно вот на формат знакомства зрителей с кино интересным мирового уровня, с какими-то общекультурными элементами жизни нашего города. И потом после студии «Зеркало», так как-то плавно все это перетекло на организацию телеканала «Николаев», на котором я тоже фактически с первых дней занималась программами о кино. Была свидетелем того, как наш канал развивался. Его уникальность была именно в том, что мы постарались сделать телевидение друг зрителя, так сказать, чтобы это было не просто несение какой-то официальной информации, но и в то же время создание какого-то комфортного вечера, чтобы с телевизором можно было действительно провести приятный вечер и узнать что-то новое для себя интересное. Я хочу поздравить всех нас с днем рождения нашего телеканала. Хочу пожелать огромного творческого потенциала и сил, чтобы реализовывать этот потенциал. Я хочу пожелать нам всем успешного будущего с процветанием и творческим ростом. Невід'ємна частина телеканалу – працівники адміністрації телевізійних програм. Серед них вже не один рік працює і Олександра Ковальчук. Тоді ще всі оператори працювали, була кіноплівка. А в 90-му році вже організувалася у нас відеотека, починаючи з 90-го року, і по сьогоднішній день я працюю в відеотеці. У нас вже нараховується касет 7,5 тисяч. Всі наші програми, концерти, все, що стосується телеканалу «Миколаїв». Наша студія, вона завжди робила високопрофесійні програми, дуже часто були переможцями на фестивалях, на конкурсах. Зараз у нас дуже багато молодих і журналістів, і операторів, і асистентів режисера, режисерів. Молодь дуже освічена, дуже талановита і працьовита. І дай Бог їм всім досягти висот в нашій справі телевізійній. Вмикаючи телевізор, кожен з нас хоч раз по-доброму заздрив щасливцям та щасливицям, робочий процес яких складно назвати трудовими буднями, швидше постійним святом. Завжди презентабельний зовнішній вигляд, зачіска, макіяж, сидиш собі або стоїш в теплій студії протягом всієї передачі. Не життя, а казка. Чи дійсно це так? Запитаємо у телеведучої Галини Щерби. Да, вышел, покрасовался и ушел. Многие так думают. Многие девочки мечтают быть телеведущими. Им кажется, что это очень красивые, самые талантливые, самые умные люди. И, конечно, не хочется разочаровывать ни самых юных, ни самых взрослых наших зрителей. И, естественно, стараешься соответствовать. Это начинается с самого первого шага утром.
стараешься настроиться, чтобы нести людям позитив, какую-то улыбку. И если человек тебя встретит в реальной жизни, чтобы ни в коем случае он не разочаровался. Ну и, естественно, профессиональные обязанности – это очень ответственно. И всегда это наша работа, поэтому относишься это и как к работе, и как к главному делу своей жизни. И это не только телеведущая, в первую очередь журналистика, а уже потом, наверное, введение. Конечно же, сегодня в праздничный для нашей студии день, в день ее рождения, хочется поздравить всех сегодня коллег. Пожелать им здоровья – это самое главное. Творчества побольше, вдохновения, улыбок и поводов для радости. Поздравляю с праздником! Для оперативної та цікавої подачі інформації в ефір виходять не тільки ведучі, але і весь творчий колектив каналу зі своїх робочих місць. А це і журналісти, оператори, монтажери та, безумовно, режисери апаратно-студійного блоку. За плечима Тетяни Колісніченко 38-річний досвід роботи. І вона, як ніхто кращий, знає всі тонкощі та нюанси в роботі режисера. Прийшла працювати помічником режисера. Совершенно абсолютно ничего не знала ни об этой профессии, ни вообще о том, что делает режиссер на телевидении. Хотя выросла в театральной, в актерской семье. Мой папа Михаил Иванович Никульцев много лет работал в Украинском театре. Вот, и начинал, собственно говоря, в театре «Шахтерка Донбасса». И, как казалось бы, театральная семья, и вот что такое, ну, понятие актерское мастерство, режиссура, как бы было присуще. Ну, понятие, что такое идет режиссер на телевидении, вообще помощник режиссера, что делать на телевидении. Абсолютно не знала ничего об этом. Много, конечно, обязанностей. Конечно, организовать вот этот весь творческий процесс, потому что у нас творчество, вы уже знаете, тоже коллективное. И зависит от каждого из нас. Вот итог, что получится в результате, что какая получится программа, будет ли она нормально, хорошо выйдет ли она в эфир. Вот режиссер, он как бы организатор уже всего этого процесса, когда к нему уже стекаются, допустим, после монтажа сюжеты, когда редакторы отсняли уже все материалы, когда уже все смонтировано, готовы, допустим, гости в студии, и тебе уже остается только сесть за пульт и всю эту программу выдать, если это идет в прямом эфире, в живьем эфире, допустим, или в записи, то, конечно, тут организовать вот людей вокруг себя, как, допустим, сплотить каким-то образом и, наверное, все-таки вдохновить их на этот труд, чтобы это, потому что все-таки это творчество, не просто сидишь и кнопки нажимаешь, каждый из нас, вот здесь работающий, каждый из нас причастен к тому, что происходит в эфире, что происходит в кадре. Поэтому я считаю, что вот режиссер, он прежде всего организатор, и, конечно, творческий вдохновитель, то есть какие-то свои идеи, допустим, автора, допустим, журналиста, естественно, что если у них такой же получается творческий тандем, то я думаю, что они должны как-то все это воедино и всех абсолютно вокруг себя заразить, будем говорить, вот этой идеей какой-то, и воплотить ее достойно. Очень хочу поздравить всех коллег с праздником нашим, пожелать им, конечно, творческого вдохновения, всяческих успехов, и, конечно, чтобы они были здоровы, прежде всего, любили свою работу, это очень важно. Кстати, вот я хотела сказать о том, что я вот уже много лет проработала, да, и вот сейчас я понимаю, что насколько это важно, когда ты занимаешься любимым делом. Вот когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, и то, что ты любишь, это очень важно. Вот для меня моя работа была всегда любима. Я с удовольствием всегда шла на работу. Думаю, боже мой, как было бы ужасно, если бы я приходила сюда, мне бы не хотелось этого делать. Вот я каждому из нас, из тех, кто уже здесь работает много лет, кто только пришел, желаю всем, чтобы работа была любимой. Вот это очень важно. Когда ты будешь любить то дело, которым ты занимаешься, у тебя все будет обязательно получаться. Всех с праздником, всех очень люблю. Желаю всем самого-самого главного. Это любви, здоровья, успехов, естественно, конечно, в нашей работе. И терпения, и всего, ну, всего, чего вообще всем хочется больше всего. Колектив телекомпанії – це, безумовно, творчі люди зі своїми ідеями, баченням та креативом. Зорганізувати та змобілізувати таких людей дуже складно. Але для цього на нашому телеканалі є Ірина Вікторівна Білоус, заступник директора виконавчого. Правильно структурувати роботу, знайти людей, які все-таки
отвечают тем направлениям. Не просто найти, заинтересовать и найти людей, которым интересно то, что они делают. Это очень важно. Когда ты находишь таких людей, тогда, конечно, легко уже работать дальше. Потому что у нас действительно за эти полтора года, что я работаю, подобрался определенный коллектив. И, в общем-то, на руководящих должностях среднего звена, там, более высшего, низшего, ну, в общем, руководящей должности, там люди, которые, как можно сказать, работают с тобой одной командой. Коллегам в день такой замечательный хочется пожелать только одного. Не избавлять темпа, который взяли, быть такими же целеустремленными, положительными, яркими, замечательными, чтобы канал наш только процветал. Всі ці роки наша студія дорослішала, розвивалася, змінювались керівники та працівники. Сьогодні директором та, безумовно, головним наставником каналу є Ярослав Володимирович Індіков. Надо сказать, что в принципе я всегда, в общем-то, был скорее волком-одиночкой. То есть даже если мне приходилось руководить каким-то коллективом, то все-таки коллектив был сравнительно небольшой, коллектив, в общем-то, занимающийся каким-то проектом, в частности, как там журнал, газета. И поэтому, безусловно, со многими вещами пришлось сталкиваться впервые. То есть начиная там от бюджетного финансирования и заканчивая действительно спецификой большого коллектива, достаточно большой коллектив, как известно, 174 человека. И, в общем-то, вот это вот мой подход волка-одиночки к тому, что, ну, что мне хотелось бы, да, чтобы, ну, ценили меня как профессионала, чтобы давали возможность реализоваться, чтобы, в общем, хвалили, когда за успехи, там, не были слишком строги к творческим неудачам. Я просто подумал, что наверняка это будет работать и здесь, просто если вот, вот всем дать одинаковые условия. Оказалось, что люди, в общем-то, действительно все разные, и поэтому каждому нужен индивидуальный подход. Ну и, соответственно, пришлось на ходу учиться вот управлению большим коллективом. Я думаю, что и зрители, и сотрудники нашего канала, в общем-то, видят, как изменилась студия, как изменились наши программы, как изменился формат, как изменился подход ведущих и журналистов и к новостям, и к самим себе. Шановні колеги, я дуже гордий бути одним з вас, я дуже гордий бути журналістом і займатися тим, чим ми займаємося усі разом. Ми не просто формуємо громадську думку, ми кажемо людям про найголовніше. Ми кажемо людям про те, що для них цікаво, важливо, і те, що взагалі дуже часто формує як їх день. Починаємо програму, нашу телевізійну програму з нового дня. Потім протягом дня, всього дня ми лишаємося з вами в наших новинних випусках тощо. А що найголовніше, що займаючись такою справою, ми усі відчуваємо її справді як місію. Тобто не просто як засіб заробляти гроші, а як щось важливе, що ми покликані робити. І тому я радий, гордий, що ми разом. І усім вам бажаю, щоб і далі ми відчували себе єдиною сім'єю, єдиною родиною і єдиною командою. Дякую вам усім. Отож, як бачимо, лише спільна творча та плідна праця усієї команди телеканалу дає свої результати. Та кожен із працівників є невід'ємною частинкою цієї команди, де кожен займається своєю справою.